надо время тянуть. Команда следующая. На старт! Так красиво! Вы знаете, что я еще кто-то вот так красиво! Вы знаете температуру воды? Плюс 20. Может, еще кто-то у нас? Итак, заканчивает заплыв. 25 метров. Рекордсменка мира пшеничного Анна! Возвращается 12,5 метров, проплывает Ахвандеева Елена. Молодец, Лена! Лена! К заплыву готовятся мужчины! Вот с такой вот скоростью проплыла Елена 25 метров! Преодолевает Долганов Александр, замечательный мужчина нашего клуба. И его время 35-72. Давай, Лёха, Лёха, давай, 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 мы на тебя, Лёха. Давай, давай, энергичнее, энергичнее. Молодец, Саша, давай, 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 давай. Давай, Лёха, поворачивайся. Опа, пошли. Давай, давай, нормально, нормально. Катайся. Давай, 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 давай. Давай, Лёха, поворачивайся. Опа, пошли. Мастер спорта подлевый Баранов Алексей. Впервые Береялов Геннадий. Лена, давай, Лена. Воду. Давайте поддержим. Этот парень просто говорит, я люблю преодолевать страх. И сегодня он впервые. На старт. Давай, Лена, Лена, давай, 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 давай. Лена, выживай первый раз. Вы посмотрите, какое мужество. Посмотрите, какое мужество этого парня. Лена, просто молодец! Вы понимаете, что у этого человека впервые
Сачков Никита, первый раз из той же оперы «Преодоление страха». Никита является учеником нашего прославленного тренера Юрия Павловича. Ничего бывает, Никита. Никита является учеником. Посмотрите, как красиво! Это ледяная вода, и время его заплыва... 26.03. Вот с такой скоростью ее поет его гвардии Наземнов Сергей. Вода кипит, вода кипит, вы видите? Молодец, Сережа! 16.53. Студент УИГА, первый раз участник наших соревнований, Васильев Вадим. Студент УИГА. Неоднократный победитель всероссийских соревнований Кириенко Владимир. Его время 22.06. Результат. Какой результат? Да, вот это красивый заплыв! Молодцы, пилот Дмитрий участвовал во многих соревнованиях нашей необъятной России и неоднократно был победителем соревнований в своей возрастной группе. Доплывает! Молодец, Дима! И его время проплыва 22.06. Уджаев Дамир. Первый раз тоже участвует у нас в соревнованиях. Красиво, красиво наверх плывет. Заканчивает заплыв 25 метров. Кужаев Дамир. Молодец. Время его заплыва 25 метров.
5.03. Симпатичный мужчина. Подполковник Советской Армии в отставке Вадим Востриков. Пока не доест, уйти, а потом. Востриков Вадим. Симпатичный полковник. Вадим, давай, Вадим! Нашего клуба, спортсмен, любимый мужчина многих женщин, подполковник Кузьменко Владимир! Клуба, который в этом году потерял ногу, но это оптимист, но и никогда не сдался. Заканчивает 25 метров. Это человек, на которого мы должны равняться. Это Герасимов Геннадий. Гена молодец! Доплывает! Давай за нападу, Гена! Вот такие у нас есть члены клуба. Итак, закончился заплыв 25 метров. И наши участники готовятся к дистанции 50 метров. Анна сейчас плывет брасом. Посмотрите, какая техника. Вот у нее нужно учиться именно технике, чего иногда не хватает нашим спортсменам. Анна молодец, боже мой. Заканчивает дистанцию 50 метров с результатом 42.56. Молодец, Анна! Лена плывет вольным стилем,
Молодец, Леночка. Самое главное – дыхание. Не забывай про это. Молодец. Ребята, мужчины, которые стоят вокруг, смотрите, какие у нас женщины. Берите с них пример. Шагните, зайдите к нам в клуб. Шагните в эту воду, и вы почувствуете себя настоящими мужчинами. Леночка, давай, еще чуть-чуть. Давай, Лена, еще Лена, 12,5 метров. Мы за тебя болеем. Давай, давай, если что, давай. Я предлагаю спасать. Осталось совсем чуть-чуть. Надо еще. Давай, давай. Все. Молодец, Елена, молодец. Она дистанцию преодолела за 1 минуту 12 секунд. Молодец, Елена. Очень сильная женщина. Извините, я не силу воли. Посмотрите на ее спокойное лицо. Молодец, Лена. Она закончила 25 метров. Дальше плывет, чтобы финишировать 50 метров. Ну, для нее это не расстояние. Эта женщина плывет километры в ледяной воде. Это уникальная способность ее организма. Все, Лена финиширует. Результат Елены 59-26. А больше. Давай, 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 давай,
результатом 44-47. Первый раз плывет этот молодой человек, а дистанция не маленькая, 50 метров. Поддержим его. Игорь, ты мужчина, мы с тобой. Ничего не бойся. Давай, Игорек, давай, 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 работай. Давай, молодец. Давай, 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 хорошо, хорошо. Посмотрите, первый раз плывет, а плывет неплохо. Такое ощущение, что он не замечает, что вода ледяная. Плывет как в бассейне. Давай дальше. Молодец, молодец. Мы за тебя болеем. Осталось 12 метров. Еще чуть-чуть. Но силы в нем еще много. Думаю, может замахнуться на сотню. Финишировал с результатом 55-90. 50 метров тоже первый раз. Все, молодец, поехали. Давай, 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 все, 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 все. Давай, давай, вот, 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 молодец. О, какая техника. Тут уже игра. Здесь для него, конечно. Да, тут вот тренер подошел, говорит, что он прекрасно прыгает в воду, занимается прыжками именно в воду. С 10-метровой вышки. Это у нас еще таких не было. Так, молодец, умница, умница, финиш! Так, Никита финишировал с результатом 39-50. Ура! На старт приглашается Васильев Вадим. Сейчас он у нас прекрасно проплыл 25 метров. Ждем прекрасных результатов на 50 метров. Первый раз. Молодость. Посмотрите, как он сильно плывет. Это молодость. Давай, 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 в ледяной воде не так-то просто. Но он успешно преодолел 25 метров. Сейчас преодолевает еще 12 метров. И осталось еще 12,5 метров. Чуть-чуть осталось. Прекрасный результат. Финиш! С результатом закончу. 40-87. Прекрасный результат для 50 метров. Кужаем Дамир. Поддержим, ребята. Давай, Дамир, давай, давай, давай. Дамир стартовал, идет неплохо. Давай дальше. Так, проплыл уже 12,5 метров. Дамир, хороший настрой, хорошая скорость. Ждем прекрасного результата. Так, пошел на последний круг. Дамир, молодец, молодец. Молодец, молодец, Дамир. Думаю, что это для тебя будут первые соревнования, но не последние. Давай, 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 молодец, давай, Дамир, давай. Ну что, сейчас узнаем результат Кужаева Дамира. Раз, финиш. Результат.
Кужаевых Дамира. 58-07. Молодец! Обычно он у нас плавает 25 метров, сегодня не смог выйти на 50. Так как идет достаточно сильно, можно предположить, что результат будет неплохой. Так, круг один закончен. Дмитрий пошел на второй круг. Ой, молодцы, конечно, мужчины. А у женщины, я сама женщина, мне бы так хотелось, чтобы мужчины хорошо сказали красиво в отношении наших женщин. Финишируем! Дмитрий Белов с результатом! 50-19! Прекрасный результат! На старт приглашается Остриков Вадим. Про него можно много чего сказать. На старт. Давай, Вадик, давай, давай, ловелас, давай. Вадик, давай, давай, давай. Вадик у нас любимый женщин. Настоящий. Ну как только он своими усами пошевелит, ну все, у девчонок сердце в пятки. Давай, Вадик, давай, 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 давай. Вадим, еще кружочек. Давай, давай, Вадик, еще. Вперед, Вадим, мы с тобой. Да, 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 Вадик, молодец. Вадим Остриков заканчивает свою дистанцию. Остается 5, 4, 3, 2, 1. Финиш! Вадим финишировал со временем 54-14. Молодец, Вадим. На старт выходит Урбаев Сергей. Сергей, 4 секунды тебе не хватило до полковника. Прекрасный результат. Давай, давай, Серега. Многие годы на Луге России Сергей занимал призовые места. Первые места. Спортивный мужчина, целеустремленный, волевой. На тренировках проплывает не по одному километру по Свияге. Плывет 3-5 километров. Очень большая сила воли. Сергей прошел на второй круг. Осталось еще немного. Осталось 12 метров. Сережа, вперед! Серега, еще немного! Чуть-чуть, Сережа! Финиш! Сергей Урбаев закончил с временем 52-72. Кузьменко Владимир. Владимир у нас также участник многих соревнований, участник и призер, руководитель спортивных соревнований, организатор. Так, Кузьменко Владимир плывет брасом. В основном наши участники плывут вольным стилем. Кузьменко выбрал брас. Так, Маша, пошли. Но техника неплохая в брасе. Так, еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Так, второй круг. Давай, 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 давай. Результат неплохой. Давай, Володя, результат уже неплохой. Володя, так. Давай, давай.
хорошая щитка. Еще чуть-чуть. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Финиш! Время Кузьменко 59:00. Заканчивает 25 метров Кириенко Владимир. И идет на следующие 25 метров. Молодец, молодец. Давай, давай, Вова, давай. Володя, давай. Заканчивает 50 метров Кириленко Владимир и показывает хорошее время 50:91, Володя! Давай, 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 давай! Принимался участие во многих российских и международных соревнованиях Юрий Владимирович. Давай, давай, давай. Занимал призовые места. У него вообще нету конкурентов. Потому что в этой возрастной категории уже никто не может проплыть даже 5 метров. А Юрий Владимирович заканчивает 25 метров. Молодец, Юрий Владимирович, посмотрите, как красиво плывет. Далее, хоп, хоп. Гоп! Проплыл 25 метров Юрий Владимирович! Он плывет 50, и посмотрите, какое правильное дыхание! Давай, Юрий Владимирович! Юрий Владимирович! Юрий Владимирович! Замечательный человек, безотказный, настоящий друг, любящий мужчина и любимый. Заканчивает наше соревнование старейший член клуба Сапожников Юрий Владимирович. И время его проплытия... 35. Это очень хороший результат. Подается десница. Подается десница. Это второй. Ведь какой грамотный у нас утопающий-то. Условно, условно утопающий. Ура! В роли условно выступающего выступал перед нами история, история нашего клуба. Это Зимин Павел. 70 зим он провел на прорубях нашей реки Свияга и Волга города Ульяновска.